учитель, мне хочется прокатиться в Гигароуде. Священное оружие Гигароуд, легендарная святыня древних. Говорят, ему под силу очистить мир, уничтожив все тени. Таково легендарное оружие. Правда здорово? Принцесса Аме, уверен, однажды вы отыщете его. Да! Спустя 500 лет после падения цивилизации, когда-то поправшие небеса, на землю сошло зло, что вселило ужас в сердца оставшихся людей. Это было абсолютное зло — тени. Наконец-то я захватил замок Иссе. Осталось лишь дождаться нужного момента. Ужасное зрелище. После атаки на Иссе прошло уже много времени, но их численность все возрастает. Так и есть. Доложи об увиденном господину Сино. На этом все. Есть. Принцесса в последнее время сама не своя. Ясное дело. Сколько уже времени прошло с тех пор, как мы покинули замок? 3 месяца. Так, Рин, Юзу, заканчивайте со своими делами и помогите мне. Чего? Ладно. Юзу, а обед не скоро? Еще нет. Может, вам лучше отдохнуть в вашей комнате? Принцесса. Быть не может! Тени наступают! Они прорвались через барьер! Где же жрица? Чем она занимается? Уходи, Аме. Мама! Это наследие королевской семьи Иссе. Оно тебя защитит. Но ведь... Санда! Принцесса, сюда! Нет! Стойте! Принцесса! Сень, как жрица Иссе, я не буду убегать или прятаться и приму наказание, уготованное вызвавшим тебя. Санда, тормози! Тени? Да, я чувствую их. Что это? Саки! Саки! Что происходит? Человеческое жертвоприношение. Некоторые считают, что, принеся жертву тени, можно задобрить ее. Так поступали люди в древности. О чем они только думают, так резко тормозить? Эй, Эри, помоги мне все собрать. Смотрите, там принцесса!
Сейчас же прекратите это безумие! Принося жертвы теням, вы сами становитесь не лучше их! Немедленно отпустите ребенка! Девушка, я глава этого поселения. Будь добра, не вмешивайся. Присутствие теней ощущается все сильнее. Вам нужно скорее отсюда уходить. Девочки, подготовьте броню. Поторопитесь. А что такое-то? Что, сейчас? Хана, откроешь люк по сигналу принцессы Амы. Хорошо. Рин, Юдзу, Эри, запускайте броню принцессы Амы. Так точно. Уходи. Вмешаешься, и мы ополчимся против тебя. Почему? Санда! Броня! Настоящая! Тень? Невозможно! Саки! Саки! В сторону! Тень еще жива! Прости. Остальное на вас! Мы не подведем? Принцесса Ама, об этой тени я позаботился. Не ослабляй бдительность. Я все еще чувствую их присутствие. Саки! Вот ведь черт! Выкуси! Санда, помогай! Есть! Быстрее, уходите отсюда! Бегите прочь! Принцесса Амы? Я все еще их чувствую. Где? В глубине этого ущелья. Отчетливо чувствую их присутствие там. Санда, оставляю все на тебя. Принцесса! Чем дальше, тем сильнее их чувствую. Останки тени и человеческая кровь? Но я все еще чувствую их присутствие. Что это? Несколько теней переплелись вместе? Человек? Черт! Нет! Нет! Там же поселение! Санда! Принцесса Амы, вы в порядке? Прости, в твою сторону движется тень, которую я упустила. Я с ней разберусь. Шустрый гад! Что за... Это она! Приближается! Ха-ха-ха!
Монстр! Помоги! Вы что творите? Ведь он убил тень и спас всех вас. Ничего. Что это такое? Провиант. Хотя я понимаю, что такого количества не хватит, чтобы прокормить всех жителей деревни. Но зачем? Как только мы выполним свою задачу, непременно вернемся назад. И если к тому времени девочки не будет в живых, сестричка, ну, спасибо тебе. Береги себя. А ничего, что мы взяли с собой невесть кого? Так решила наша принцесса. А он, кстати, был крут. Эй, Рин! Даже с виду понятно, что его тяжело ранили. Но яд теней на него не подействовал. Ты права. В рубашке родился. Принцесса, разобьем лагерь на ночь. А? Да, пожалуйста. Эй, а он живой хоть? Вроде еще дышит. Это ты как? Умер? Батарейки сели. Девочки, хорошо постарались. Нужно его покормить. Вот это аппетит! Уминает в три раза больше, чем Санда. Рин, принеси воды. А? Несу! Уже можешь двигаться? Это что такое? Отпугиватель теней. Не видел такого раньше? С их помощью можно одолеть тени? Конечно, нет. Они их лишь отпугивают. Не знаю уж как, но они справляются. Ясно. Раз уж на ноги встал, может, представишься принцессе? Принцессе? Она за тебя больше всех переживала. Красота. Прости, если удивила. Я в таком виде никогда мужчинам не показывалась. Понятно. Ты поел? Да, рис был просто объедение. Вот и славно. Все так удивились, когда ты рухнул на пол. Просто я проголодался и совсем не было сил двигаться. Вот, это твое. Оставь себе. Не нужны мне такие пахучие штуки. Видишь, рана еще не зажила. Так это все из-за тебя. Чего? Ничего. Слушай, а как тебя зовут? Со. Со. Ты Ягью?
И что с того? Тогда сражайся вместе со мной, чтобы уничтожить всех теней в мире. Уничтожить всех теней? Тени уничтожили мою страну. Только когда их не станет, в мире воцарится покой. Тени не должны существовать. И чтобы достичь этой цели, мне нужна твоя сила, Ягью. Я дам тебе все, что захочешь. Деньги, еду. Сражайся вместе со мной. Прости. Вынужден отказаться. Да и я не настолько силен, как ты думаешь. Ничего подобного. Ведь когда ты... Если я сильный, то что же счастливым себя не чувствую? Я такой же, как тени. Просто монстр. Принцесса? Что, а тот парнишка не с вами? Да. Все-таки нам не по пути. Ладно, давайте зайдем внутрь. Санда, ты много знаешь про Ягью? Когда я был маленьким, было много чистокровных Ягью. И моим товарищем в армии тоже был один из них. Вот оно что. Так Усуу и правда? В жилых течет кровь Ягью. Я даже думал, что их клан больше не существует. Небо с Гигароудом. Земля с Ягью. Я слышал, будто люди создали Ягью как живое оружие, заточенное для уничтожения теней. Но из-за огромной силы и ужасающего облика Ягью уничтожили. Все свелось к их преследованию. Вынужденные покинуть свою родину, они исчезли в пограничных районах. Так ты думаешь, Ягью ненавидит нас? Как знать. Но этот парнишка, даже получив камнем в голову, ничего не сделал. Йоу! Су! Он отключил все отпугиватели теней. В них нет нужды. Если тени появятся, я всех уничтожу. Так значит... Я пойду с тобой. Я чуть не умер от рук тени, но ты спасла меня. Так что я вверяю свою жизнь тебе. Слава богу! Я уж думала, мы больше не увидимся. Но дай мне кое-что прояснить. Ты не монстр. И уж точно не тень. Ведь у тебя такие красивые глаза. Этот оттенок называют небесно-голубой. И раньше небо было цвета твоих глаз. И хотя я видела его только на фотографиях, оно было прекрасным. Если увидишь его, тебе тоже понравится. Что за странная женщина? Что? Да как тебя вообще? А ну-ка стоять! Здесь творится что-то подозрительное. Энтузиазм плещет через край. Еза боится, что у нее отнимут принцессу. Ты хоть выразил свою благодарность ее высочеству? Она ведь так старалась, чтобы спасти тебя. Юзу, это уже не... Принцесса. Да? Спасибо. Эй! Как ты обращаешься к принцессе? А что, так нельзя? Ну, разумеется, нельзя! Принцесса, ну хоть вы скажите ему! Что ж, двинемся в путь. Со, одень это. Эту форму когда-то носил мой старинный армейский товарищ. Какая неудобная одежда. Ты путешествуешь с принцессой, так что придется носить подобающую одежду. Ясно. И куда мы направляемся?
В древнюю землю. Древнюю землю? Раньше там был оживленный город. А потом из-за метеора или еще чего, там стала твориться всякая чертовщина. Да. В этом месте меняется рельеф. Воздух пропитан ядом, и вообще происходит много всего странного. А сейчас подступ к древней земле преграждает огромная песчаная буря. Еще никто не возвращался оттуда живым. Но нам нельзя отступать. Где-то там находится священное оружие. Священное орудие? Священное оружие Гигароут. Говорят, ему под силу очистить этот мир от теней. Большинство считает, что это просто легенда. Но я верю, что оно существует. Этот камень передается по наследству в королевской семье Исы. Считается, что он ключ к священному оружию. Камень — это ключ? И теперь я наследница ключа. И обязана найти священное оружие. Не знаю как, но я должна найти путь на древнюю землю. Я знаю, как пройти. Вспомнилось, что люди деревеньки, где я вырос, говорили, что есть место всеобщего начала. Прародина нашего вида, святое место. Место всеобщего начала. Наверное, они говорили про эту древнюю землю. Деревенские также упоминали о начале пути к древней земле. Я верю, Суо. Отправляемся к месту всеобщего начала. Да, идем на поиски священного оружия. Все, мы точно в нужном месте? Да, форма этих гор выглядит знакомо. Мы на месте. Принцесса, даже если эта дорога правда ведет к древней земле, радоваться еще рано. Многие отправлялись на поиски древней земли, но никто не вернулся назад, потому что были не в силах противостоять песчаным бурям. Я знаю. Ягю. Пугающее создание. Они могут жить даже в таких суровых условиях. Да, это чудо. И благодаря Суу мы можем добраться до древней земли. Что такое? Наша броня теряет энергию. Почему? Что это? Все это броня. Наверняка это те, кто пытались отыскать древнюю землю. Осталась лишь их оболочка. Понял. Это бериллий. Поглотив много бериллия, двигатели брони начинают разрушаться. Но куда большая проблема, что высокая концентрация бериллия смертельна для человека. Принцесса! Может, и не скажешь, но на Санду можно положиться. К тому же с ними Суо. Уверена, они будут в порядке. Принцесса, прошу, остановитесь! Это слишком опасно! Принцесса! Подожди! Подожди, Суо! Мы с тобой! Вместе! Священное оружие! Принцесса! Хватит! Еще немного и... вернемся назад! Принцесса! Еще чуть-чуть. Чуточку... дальше. Принцесса... Цели захвачены. Две брони. Красная и зеленая. Забираем их.
Выжившие из Исы? Боже, и куда их нелегкая понесла? Это же замок Туарай. Прошу прощения. Как ваше самочувствие? Я командир имперской армии Таарая Хашиба Хината, к вашим услугам. Прошу меня простить, но один человек хотел бы с вами увидеться. Ваши сопровождающие также находятся у нас в безопасности. Большое спасибо за то, что спасли нас. Не стоит, но вам очень повезло. Без противоядия вы бы лишились жизни от бериллия. Знаю. Вам храбрости не занимать, ворваться прямо в центр бури – бесстрашный поступок. Ну что вы? Мы спускаемся в подземелье. Странное место, правда? Раньше такие сады имели отношение к значимым культурным традициям. Господин Шин, я привела ее. Ага, и прости, что напрягаю. Спокойно это местечко. Мое личное убежище, так сказать. И никому из посторонних сюда не попасть. Я великий посол Таурая, Казуса Шин. Великий посол? А я? Принцесса королевства Иса. Вряд ли сейчас есть тот, кто не знает об уничтожении Иса тенями. А еще в вашем трейлере несколько единиц брони. Причем некоторые из них печально известны. А окончательно все сомнения развеял тот камень, что ты носила. Камень? Где он? Не переживай. Твой камень у меня в целости и сохранности. Не могли бы вы вернуть его? Нет. Я не позволю такому опасному предмету свободно перемещаться по Таураю. Этот камень. Вы же знаете, что он такое. Судя по твоему суровому лицу, сомнений быть не может. Ты унаследовала его от жрицы Исы. Ключ к священному оружию. Да. Я получила его от матери, убитой тенями. Прошу, верните его. Лучше забудь о священном оружии и больше никогда не приближайся к древней земле. Священное оружие — это не инструмент для мести за родителей. Да что вы вообще знаете? И вообще, вы не вправе отдавать мне приказы. Сейчас же верните мой камень. Ты, кажется, не поняла. Сейчас ты принцесса мертвой страны. И если бы не мы, то вы все сгинули бы в той песчаной буре. Так что хочешь или нет, но тебе придется слушаться меня. Но поймите... Без ключа я... Прости, но лучше забудь об этом. А в противном случае, твоя жизнь и жизни твоих товарищей будут в опасности. Почему? Почему вы так поступаете? Разве вы не думали пробудить священное оружие? Конечно, нет. Я знаю, что только жрица, носящая ключ, может сделать это. Священное оружие будет спать вечно. Как же так? А что тени? Вы бросите людей на произвол судьбы? Священному оружию по силам уничтожить теней, так же, как и все человечество. Оружие, превосходящее все каноны этого мира, начнут бояться и ненавидеть за его невероятную силу. Несмотря на опасность, что представляют тени, человеческую глупость ничто не изменит. Жрицы, что изолировала себя от внешнего мира, этого никогда не понять. Это не так! Это таким, как вы, что сражаются и убивают без причины, ничего не понять.
Я просто не хочу уповать на то, что священное оружие избавит нас от теней. Мы должны защитить себя, используя собственные силы и возможности. Благодаря этому Туарай так силен. А что насчет тебя? Жизни своего народа и своей семьи? Смогла ли ты защитить их? Дождь собирается. Мама сказала, что я не должна искать священное оружие. И что время неподходящее. Похоже, выбора нет. У каждого человека своя судьба. Люди страдают из-за теней, и единственное, что может исцелить их сердца, найденное священное оружие. Вы слышите их отчаянные мольбы, принцесса Аме? Страдания их сердец? Эй, что случилось? Простите, просто голова закружилась. Неужели я перестарался? А ты кто такой? Со! Не смей к ней прикасаться. Голубые глаза и белые волосы. Со, ты не так понял. Ясненько. Чего? Мальчик, у тебя острый взгляд. Но мудро выбирай себе противника, если дорожишь своей жизнью. Меня не заботит моя жизнь. Глупец! Со! Твоя принцесса себя неважно чувствует. Ну а дальше разбирайтесь сами. Можешь вместе со своими спутниками покинуть Туарай, а можешь остаться. Решать только тебе. И не волнуйся. Если народу не будет представлен новый избранник, в армии Туарай начнутся волнения. А произойди такое, я тут же отвергну старую систему и создам новую, что подходит лишь для сильных личностей. Будущее, в котором люди сами способны уничтожить тени, не за горами. Ты тоже сможешь исполнить свое желание. Это правильно. Камень находится у меня. Без него они ничего не сделают. Поверю вам на слово. Господин Тохи желает встречи с вами. Чёртов старик. Можешь встать? Да. Мне лучше. Прости. За что ты извиняешься? Так ведь... я... Всё-таки странная ты. Прости. Остальные тоже здесь. Идем. Да. Принцесса! Принцесса! Вы невредимы! Они вам ничего плохого не сделали? Простите, что заставила поволноваться. У всех все хорошо? Да. У нас ничего. О, Су, тоже все хорошо. Мы знали, что ты так просто не умрешь. Хватит вам, девчата! Они забрали ключ. Примите мои извинения. Это все моя вина. Хватит, Санда. Виновата здесь только я. Что вы? Это не так. Если бы Шин не сказал, я бы никогда не поняла. Я не ради общего блага хотела уничтожить теней. Я лишь отправилась на поиски священного оружия для себя самой. Я хочу отомстить за тех, чьи жизни были отняты тенями. За мою маму и народ Исы. Принцесса. Мало того, из-за моего эгоизма вы, Су, чуть не погибли. Принцесса, это не ваша вина. Ключа больше нет, и бурю нам не преодолеть. Санда, что мне теперь делать? Принцесса. Какое бы решение
Вы не приняли. Я всюду последую за вами. Ты прав. Если я не решусь... Эй! Почему? Тебе пока лучше остаться со мной. Зачем? Устроим небольшой спарринг. Так я и говорю, зачем? Ты беспокоишься за принцессу? Ну, просто... Она какая-то странная. Без предупреждения? Ради победы ты должен быть готов на все. Особенно, если противник сильнее тебя. Ягью сильны. Они сильны телом и спокойной душой. Душой? Да. Страх, смятение, нетерпение, высокомерие. Люди часто становятся жертвами своих эмоций, становятся слабыми и глупыми. Тогда таким людям меня не одолеть. Как я и думал, прекрасная защита. Но ты бы уже умер, будь твоим противником кто-то другой. Ты силен. Ты ничего не понял. Истинная сила человека идет от собственной души, четко выбранного пути, нескончаемой уверенности в себе и нерушимого боевого духа. Но пока я не увидел выбранный тобой путь. Ты должен стать сильнее. Другого выбора у тебя нет. Но сперва найди свою душу и овладей ей. И тогда ты сможешь хоть немного понять мысли принцессы. А как же вы? Я не могу. Почему? Эй! Ступай, Су. Иди и найди принцессу. Повелитель, вы желали видеть меня? Да. Я слышал, что ты спас жрицу Исы. Так и есть. Шин, я возлагаю на тебя много надежд. Ведь кровные узы в стране воительницы неразрывны. Но ты и так доказал свою исключительную ловкость. Я недостоин ваших похвал. И все же не стоит проворачивать дел у меня за спиной. Это слишком громкое утверждение. Принцесса уничтоженной страны не заслуживает вашего внимания. Не стоит меня недооценивать, Шин. Мои мозги еще не настолько плохо соображают. Жрица Иса и священное оружие. Уверен, ты уже нашел связь. Как думаешь, почему Туарой мобилизировал столько средств и людей для исследования Древней Земли? Разрешите уточнить. Я считаю глупым использовать священное оружие, о котором нам ничего не известно, для управления страной. И поскольку мы не можем им управлять, то только наживем себе врагов. Я прекрасно об этом знаю. Устранение всех, кто противится нам. Таково назначение священного оружия, Шин. Священное оружие — это наша единственная надежда. Приведи ко мне жрицу Исы. Понял? Как вам угодно. Дождь идет. Да. Ты в порядке? Да. Понятно. Су!
Оботрись. Не надо. Почему? Смотри, подкладка сухая. Можешь ей воспользоваться. Не в этом дело. Смотри, ты сам промок до нитки. Прости. Принцесса? Я был слеп, чтоб этого старого лиса. Не думал, что он настолько одержим священным оружием. Тогда, сейчас, самое время взять Таарай под свой контроль. Пока нет, слишком рано. Нужно подождать до выдвижения избранника. Однако, Хината. Да. Нельзя допустить, чтобы принцесса встретилась с моим дядей. Нужно сделать шаг раньше него. Защищай принцессу, пока та не покинет Таурай. Есть. Прости. Ты ведь искал меня? Да, Санда велел. Ясно. Какая я бесполезная. Постоянно заставляю всех беспокоиться. Я не особо понимаю, но разве это не значит, что ты всем нужна? Это потому, что я принцесса Иссы. Жрица, которую волнует лишь пробуждение священного оружия. Они верили в меня, все время были рядом. Только поэтому? А не потому, что ты дорога им? Нет, этого не может быть! Я ничем им не помогла! Совсем ничем! И если забуду о священном оружии, то я... Зачем я вообще нужна? Ты дрожишь. Может, так будет чуть теплее? Дурак! Прости. Ты не понял. Я счастлив, пока ты улыбаешься. Как в тот раз, когда ты посмотрела мне в глаза и сказала, что они красивые. Су! Оставишь ты идею со священным оружием или нет, это не важно. Ты всегда останешься собой. А я всегда буду рядом с тобой. Ведь так я решил. Со, я... О. Аврора исчезает. Как я и думал, это точно. Дождь прекратился. Да. Эй, Су! Су! Опасно же! Стой! Остановись, Су! Прошу, стой, Су! Дурак! Красота! Су, ты в порядке? Просто подскользнулся. Боже, ты сумасшедший! Прости. Говорил, что я странная. Все-таки
Ты куда милее, когда улыбаешься. Со, я не откажусь от своей затеи со священным оружием. И еще раз поговорю с тем человеком. С этим Шином, что ли? Да. И непременно верну ключ. На этот раз пойдем вместе. Нет, это моя... Вы ведь принцесса Иса. И что, если так? Тогда мне придется вас задержать. По приказу его величества Тоги. Задержать? А если воспротивитесь, то пеняйте на себя. Я не буду подчиняться ничьим приказам, если на то нет веской причины. Причины? Таково желание его величества Тоги, и нам этого достаточно. Сопротивление бесполезно. Лучше смирно проследуйте с нами. Гаденыш! Со! Не двигаться. Одно движение, и он умрет. Не глупи! Довольно! Командир Хината? Командир Хината? Вы же... Прошу простить нам нашу грубость. Нет, ничего. Нет оправданий вашему неуважительному поведению по отношению к принцессе другой страны. Что ты о себе возомнила, жалкая шестерка? У меня приказ от его вели... Не волнует. Можешь убрать от него меч? Я возьму на себя всю ответственность за их поступки и прослежу, чтобы их наказали. Почему я? Господин Тоги хочет, чтобы ты, жрица Иса, использовала священное оружие во благо Таарая. Разумеется, Шин этого не одобряет. Пожалуйста, покиньте Таарай как можно скорее. Это в ваших же интересах. Командир Хината, где Шин? Все, кто на передовой, не ведитесь на их маневры. Монадзаши поступают все отчаяннее, и не догадаешься, что они вдруг выкинут. Убедитесь, что вы не нарушаете построение. Подразделение принца Шина прибудет не ранее завтрашнего дня. Отстаивайте линию фронта. Командир Кагатава! Что такое? К чему кричать? Монадзаши переместили замок? Нет, но... Так я и думал. Перемещение замка — это такая морока. Это еще что за... Принц Шин отправится на завоевание Монадзаши. Он покинет замок до захода солнца. Таарай — довольно сложная структура, так что будьте осторожны по пути. Надеюсь, вашу дорогу не скроет тьма хаоса. Нападайте! Тараканы, что не могут выползти при дневном свете! Говори! Почему ты здесь? И кто послал тебя? Санда? Девочки, наконец-то вы вернулись. Кто это? А, он шпионил за нами, вот я и решил разузнать, что ему тут надо. И похоже, он выбрал смерть. Чтобы сдержать рот на замке. Мрак Туарая. Ходили слухи, что есть секретное подразделение, что делает все, что угодно для удержания короля Туарая у власти. Но почему? Санда! Принцесса, вы невредимы. Вот он! Со! Эй, как тебя понимать? Прости. Я хочу вернуть свой ключ! Оно всем не с места! Опустить оружие! Они мои гости! Впервые в жизни я жалею о принятом решении. Не стоило мне спасать ваши жизни. Прошу, выслушайте меня! Я ведь говорил, что если не забудешь о священном оружии, ты и твои товарищи могут пострадать. Все бесполезно. Ты не сможешь переубедить меня. Раньше я ненавидела Туарай. Мне говорили, что это страна варваров, расширяющая территории с помощью военной силы, не считающаяся с тем, как выглядит в чужих глазах.
Но люди Таарая энергичны и полны жизни. Взрослые дети много улыбаются и смеются. Они выглядят намного счастливее, чем в любой другой виденной мной стране. Я уверена, что это потому, что вы, стараясь двигаться вперед, выбрали верный путь. Уверена, вы сможете создать мир, где не будет теней, и все будут счастливы. И? Но даже так, я не забуду о священном оружии. Попав сюда и поговорив с вами, я поняла, каким путем в будущее движется Таарай. Если все так, как вы и говорили, и священное оружие действительно может навредить миру, тогда я сама хочу в этом убедиться. Таков мой путь, как жрица Иссы, и я не сверну с него. Прошу, поверьте в надежду, что создали наши предки, и позвольте выполнить долг, что я унаследовала. Вот он. Если таково твое решение, убей меня и забери его. Но ведь... Со! Я по твоим глазам вижу, что ты собирался убить Аме. Ты прав. Неважно, с какой целью или идеями его создавали, все равно это лишь оружие для войны. Человечество уже много раз поступало так. Я не позволю вам пробудить священное оружие. Путь, в который веришь ты, и путь, в который верит Аме. Сопляк, ты ведь Ягью? И что с того? А то, что ты достойный противник. Интересно. Со! Силушки полно и бегаешь быстро. Но с мечом ты обращаться не умеешь. Ты силен. Куда сильнее, чем я предполагал. Но даже так я не сдамся. Я не позволю преградить путь, что выбрала Аме. Со! Прекрасное желание. Значит, ты достоин умереть от моего меча. Все кончено! Со! Со! Тот человек очень сильный. Но не смей ему проигрывать. Уверен, ты справишься. Позаботься о принцессе. Это все, что я могу. Ясненько. Так вот какая истинная сила Ягью. Со! Я в порядке. Столько крови! Вам нужна помощь! Заткнись! Битва еще не окончена! Не говорите глупостей! Почему кто-то из вас должен умереть? Это несправедливо! Дурака ведь только могила исправит. Да что вы такое говорите? Вы ради Таарая, нет, ради будущего всего мира должны жить. Вы думали, сколько людей будет страдать, если вы умрете? Все-таки стоило бросить тебя умирать. Кто бы знал, что из-за тебя... Господин Шин! Что такое? Враг атакует! Сеня? Может, этот герб? Верно. Подразделение Кагата доложило нам об этом. Замок Иссы пришел в движение.
Люди, броня и даже деревни, попадавшиеся на пути следования замка, исчезали в яде теней, и не осталось ничего. Но кто управляет замком? Тени на такое уж точно не способны. Я тоже не знаю. Ведь единственные, кто мог им управлять, были мои родители. Но мой отец умер, когда я была совсем маленькая, а мама... Сопротивляться мне бесполезно, Туарай. Цукиёми? Но ведь, когда замок пал, вас тоже... Я слился с ней! Стал единым целым с вечной жизненной силой теней. Давно же мы не виделись, принцесса Аме. Я все время наблюдал за вами, глазами теней. Но сначала я должен поблагодарить вас. Если бы вы тогда не покинули замок, я бы не смог собрать теней со всей земли. Наконец, я смогу выполнить свою задачу и уничтожить заразу этого мира, называемую люди. Цукиёми, почему? Уничтожить людей? Что за чушь он несет? Но прежде мы собираемся стать основными обладателями абсолютной силы. Ну же, принцесса, идем со мной. Прекратите быть глупым и несовершенным человеком и станьте абсолютной формой жизни, которой не страшны голод, болезни и старение. Нет! Как? Как вы можете такое говорить? Разве вы не ненавидите теней? Какое разочарование. Я думал, вы-то поймете меня. Похоже, у меня нет иного выхода. Прошу, отдайте мне ключ от священного оружия, принцесса. У меня его нет. А если бы и был, то я бы не отдала его! Вот так незадача. Аме! Прекращай! Вот черт! Священное оружие — просто игрушка, созданная людьми. Даже если оно пробудется, то будет бессильным против армии теней, которой я повелеваю. Прекрати! Ключ у меня! Такая хрупкая. Что? Что это? Всё! Ублюдок! Так ты Ягю? Аме! Слава богу! Очнулся? Где я? В медицинской палате Таарая. А где Аме? Мы не в курсе дел. Юзу! Она направляется в Древнюю Землю вместе с Сандой, чтобы найти священное оружие. Девочки! Он бы все равно скоро узнал. Я должен идти. Эй! Не надо перенапрягаться! Со, прошу, успокойся! Ты не помнишь? Благодаря тебе мы смогли победить всех теней, насланных Цукиёми. Но ты нас удивил. Прости,
Мне так жаль. Мы собираемся выдвинуть замок Таурай в атаку против замка Иссе. Что вы сказали? Нам ни за что не победить! Молчать! Замок Иссе прекратил атаковать Таурай и направляется к Древней Земле. Его цель — священное оружие. Учитывая, что и замок Иссе, и принцесса Ама, жрица Иссе, движутся к Древней Земле, а у последней имеется ключ от священного оружия, ошибки быть не может. Мы атакуем замок Иссе с тыла и выиграем время для принцессы Амы, чтобы она добралась до священного оружия. Это не обычная битва. Будущее Таурая. Нет. Будущее всего мира зависит от этой битвы. Она докажет, что путь, избранный Таураем, ведет в будущее, к нашей вечной славе. Хватит сидеть в обороне. Пора самим сделать ход. Всем подготовиться к перемещению замка. Так точно. Смотри, буря закончилась. Значит, там вдалеке древняя земля. Похоже, на этот раз нас постигнет та же участь, что и тогда. Давай найдем священное оружие. Я бериллий, и теперь беспокоиться не стоит. Все датчики в порядке. Дорога довольно извилиста, но пока мы придерживаемся верного направления. Да. Мы можем идти по пути, указанному Суо. Значит, этого ягью зовут Суо? Да. Если вы не возражаете, я бы хотела, чтобы он вместе с девочками... Остался в Таурае? Похоже, что Цукиёми направляется к Древней Земле. Как он сказал, для того, чтобы заполучить абсолютную силу. Если я не поспешу, то будет уже слишком поздно. Аврора и песчаная буря, что скрывали Древнюю Землю, исчезли. Что? Похоже, изменения начались с того момента, как ты едва не погибла, пытаясь достичь Древней Земли. Эта штука могла уже пробудиться, чтобы принять жрицу как свою хозяйку. Я не буду вмешиваться. Ты должна следовать выбранному тобой пути. Принцесса! Мы добрались. Это древняя земля. Я лишь предполагаю, но наш ориентир... Гора Фудзи. Вперед! Да. Здесь так много деревьев. Цветок? Красивый. Интересно, что бы сказала мама, увидев это место? Принцесса. Кто бы знал, что древняя земля так прекрасна. А последнее пристанище совсем другое. Здесь люди не будут страдать от голода. Если преуспеем, тогда точно. Тень! Принцесса, оставьте ее. Услышав выстрелы, сюда стекутся другие тени. Нужно отступить. Принцесса. Одна, вторая. Огромные. Здесь слишком много теней. И хуже всего то, что они гигантские. Если их вылезет больше... Санда! Я в порядке. Слава богу. Но... поверить не могу, что их здесь так много. Похоже, древняя земля связана с тенями. Санда, твой передатчик. Принцесса,
Санда! Принцесса! Я тебя слышу. Вы видите гору Фуджи? Да, я смотрю на нее. Легенда гласит, что у ее основания находится священное оружие. Ясно. Я разберусь с тенями. Но вы отправляйтесь туда и найдите его. Но... Не беспокойтесь за меня. Я солдат. И очень скоро вас смогу догнать. А теперь... Не оборачивайтесь! Но! Вперед! Столб света! Принцесса, никаких сомнений нет. Это свет священного оружия. Санда! Не беспокойтесь. Я догоню вас после того, как разберусь здесь. Лжешь! Это из-за присутствия теней! В одиночку тебе не справиться! Я... Нет! Вы не должны останавливаться, принцесса! Санда! Все будет хорошо. Принцесса Аме, вы стали сильной. И куда сильнее, чем вы думаете. Нет! В одиночку. Вы несли на себе тяжкое бремя. Все ждут вас. А теперь поторопитесь! Верьте в священное оружие и во всех, кто помог вам добраться сюда. Прошу, поспешите, принцесса Аме! Я горжусь вами, принцесса Аме. Я обещаю. Я обязательно. Свет. Управляющий узел, все готово. Хорошо. Буду отдавать приказы отсюда. Всем занять свои позиции. Эвакуация мирного населения завершена. Таурай. Запуск! Запуск! Аме. Невероятно! Это священное оружие Гигароут. Ветер, земля и даже свет. Все они дают ему силу. С такой силой я... На нем много мусора, но ни единой царапинки. Гигароут, пробудись! Предлагает мне сесть, да? Это... Гигароут, скажи, что мне делать? Что? Удивительное сопротивление. Не использую я замок Иса для защиты. Не смог бы сюда прорваться. Похоже, миру приходит конец. Цукиёми! Что такое? Это... Мои поздравления, принцесса Аме. Вы, наконец, отыскали давно потерянный Гигароут. Прошу, помоги мне! Гигароут!
вернулся! Что, не работает? А я-то надеялся узреть силу оружия массового уничтожения древней цивилизации. Ну да ладно, уничтожу тебя и так! Быстрее! Нужно что-то сделать! Управление совсем другое! Опять? Ты показываешь мне одно и то же! Мама! Двигается! Не может быть! Быстро же все закончилось! Ну, ничего. Важнее всего было отыскать это место, землю всеобщего начала, где было запечатано священное оружие. Похоже, теперь у меня прибавится дел. Ведь я собираюсь создать новый мир. Вот уж не ожидал, что так быстро найду это место. Хорошей идеей было оставить всю работу на принцессе Аме. Бедная принцесса. Ее отец, мать, народ и слуги — все были убиты тенями. Нет, они стали основой для создания моего идеального мира, так что она должна быть счастлива. Что? Цукиёми, так это ты все спланировал? Ах ты гад! Простите, но вы были моей пешкой, принцесса. Пора вам увидеть нашу силу. Я могу победить, ведь мех слушается меня. Это конец! Ой-ой, какой ужас. Вы уничтожили все эти прекрасные леса. Однако... Похоже, что в легендах все было немного по-другому. Тогда я просто раздавлю тебя! Что, уже все? Ну и ну. Вы все так и остались такой же безрассудной, какой были в детстве. Гигаровод еще не завершен, ваши попытки бесполезны. Гигаровод не бог. Это просто игрушка, созданная людьми. И у нее есть свои пределы. Только посмотрите, у вас сбилось дыхание и вы устали. Чувствуете, как пылает ваше тело? Видимо, это своего рода ограничитель. Оружие передает всю тяжесть фюзеляжа и избыток тепла непосредственно пилоту, чтобы защититься от повреждений и от собственной огромной силы. Боже ты мой, какая такая глупая и ужасная сила. Не добрая и не злая, но если человек, как вы, одержимый ненавистью, использует его, человечеству и всей земле придет конец. Какие же люди, глупые создания. О, это Таурай. Вывесили белый флаг. А не принц Лишин в его голове. Преследовать меня досюда, передвигая замок. Быстро сработано, но чего еще ждать? Отлично! Перевести стратегический маневренный замок в режим самоактивации. Отделить его! Это и есть пресловутый маневренный замок? Раз уж сам принц решил пожаловать к нам в гости, то давай его выслушаем. Хотя в итоге ничего не изменится. Я раздавлю тебя и уничтожу все человечество. У тебя нет на это никакого права! Что? Все борются за выживание. Мы уничтожаем природу, убиваем друг друга и забираем много чужих жизней. Но все равно мы продолжаем жить в этом мире. Тысячи лет мы прожили в страданиях и борьбе. Нет, мы продолжаем жить, подталкиваемые вперед лишь собственной волей. И я не позволю такому, как ты, играться с человечеством! Завались, соплячка!
Ха, система защиты пилота, значит? Это ничего. Дай я тебе кое-что покажу. Это же... Похоже, он совсем не обращает на нас внимания. Так даже лучше. Нам хватит сил уничтожить эту черную сферу? Возможно. Хотя меня больше беспокоит, что система управления не самая лучшая. Скорее всего, сфера — это нечто вроде его сердца. Атаковать нужно будет со всей дури. Есть. Когда цель будет захвачена, мы отступим. Но что будешь делать ты? Так. Боже, и как давно ты тут? К ней отправишься? Да. Я должен тебя поблагодарить. Если бы ты тогда не обратился, то Урай был бы уже уничтожен. Даже если это было ради той жрицы. После того, как этот корабль вломится в замок Иса, он воспламенит свои энергетические запасы и самоуничтожится. Постарайтесь спастись до того, как это случится. Хорошо. Выживи. Ладно, давайте восстановим связь с основным формированием. Видишь эту божественную теневую материю? Это воплощение моего искреннего желания и единственная надежда, что очистит этот мир от мерзопакости, что зовется человечеством. Я избран Богом. Благодаря всестороннему обследованию клеток теней, это должно быть чудо, что я получил это тело. Вечное тело, обладающее всеми сверхвозможностями теней. Абсолютная регенерация. Полный контроль над изменением клеток. Сила объединиться с любым твердым существом. Обмен и контроль мыслей на расстоянии. Общее видение. Сила, дарованная мне Богом, предоставляет мне огромное количество информации. Речь не только о последнем прибежище древней Земле, но и о потерянных знаниях. И когда я узрел всю правду, что так долго была сокрыта от нас, я понял, как глупа вся человеческая сущность. И тогда я самолично создал эту теневую материю. Она черпает силу из всех негативных эмоций людей, что еще остались в этом мире. Принцесса Амы, если честно, тени не могут размножаться. И если уничтожить их ядра, они больше не воскреснут. Если оставить их в покое, то рано или поздно они сами умрут. Но эта теневая материя словно мать теней. Она может создавать ядра теней бесконечно. Люди предпринимали бесчисленные глупые попытки уничтожения этой теневой материи, но эта невероятная масса жизненной энергии не может быть уничтожена. Даже величайшее оружие древней цивилизации, Гигароуд, не смогло бы ее уничтожить. Глупая женщина. Гигароуд не был запечатан. Это он запечатывал теневую материю самим собой в древней земле, заодно запечатав свою силу управления и перемещения предметов. Благодаря тебе все труды, затраченные древней цивилизацией на то, чтобы запечатать теневую материю, пошли на смарку. Разве не чудесно? Создание нового мира уже началось. А в это время ты лишь нашла Гигароуд и крушила твердь и деревья древней земли в своей ярости, движимое желанием отомстить. Однако в результате этих жертв люди переродятся. Превосходно! Сиди и наслаждайся! Я покажу тебе, как во мгновение ока исчезнет мир, который ты хотела защитить. Ты же тот самый Ягью! Материя! Плохо дело. Ядра взрываются! Ха, сразу поубавилось пафоса. Дальше давай сам. Аме! 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 Со, почему ты здесь? Я беспокоился, ведь с тобой отправился только Санда. Санда. Мертв. Понятно.
А какая же я дура. Говорила, что кроме меня никто не справится. Гигараут больше не двинется, потому что я лишь иллюзии жрицы Иссы. Я... Почему? Я... Сукиёми смеялся надо мной. И теперь он может создать еще больше теней благодаря мне. Со! Санда умер из-за меня. Мама умерла, защищая меня. На Туарай напали из-за меня. Все это... Моя вина! Со! Не будь я жрицей! Если бы я не была жрицей, всего этого ужаса не произошло бы! Лучше бы я вообще не рождалась! Аме! Люди вечно боялись моей силы Ягью. Когда люди бросали в меня камни, мне было нечего сказать. Всеми презираемый и всегда один. Нет, не подходи! Ну и что, думал я. Но... Со! Остановись! Ведь пока я тут, Гигароут будет защищать меня, так что... Не знаю, как сказать, но с тобой и всеми остальными, пускай и ненадолго, мне было весело. Первый раз в жизни. Прекрати, Гигароут! Прекрати! Всегда. Я всегда хотел быть рядом с тобой. А если тебя не станет, такого я... не хочу. Ни за что. Со! Аме. Со! 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 Я в порядке. Ты же знаешь, я сильный. Стердоу. Я никогда не оставлю тебя, Ама. Буду с тобой, несмотря ни на что. Я так счастлив, что встретил тебя. Йоката. Да. И это все, на что способен Туарай? Я потерял замок Иссы, но теневая материя в прекрасном состоянии. Она пробудилась! Пылающая броня, священное оружие Гигароут. Не может быть! Почему? Говорил же, это бессмысленно. Как так? Ведь такими темпами, как может Гигароут быть таким сильным? Это... Как такое возможно? Не знаю как, но ей удалось высвободить бесконтрольную энергию. Глупая! В таком случае ты умрешь. Хочешь умереть, так сделай это в одиночку. Что за невежественная разрушительница? Я сделал это! Я победил! Со, я чувствую тебя глубоко внутри моей души. Твое сердцебиение дает мне силы. Покончим с этим. Вместе! Узрите эту божественную фигуру, воплощение подавляющей мощи всех теней древней земли. Как долго вы сможете выстоять против стольких теней? Так слабо. Мама, целься в ядро. Как и у всех теней, у этого создания оно тоже есть. Это слабый красноватый просвет, как и у теней. Так и сделаю. Тепло, что вы изливаете, замедляет движение. Захватил меня? Но... Что? Откуда?
Откуда у него столько силы? Откуда берется вся эта сила, черт? Вот, я нашла! Только бы успеть! Ну почему ты вечно путаешься под ногами? Нам это не нужно! Без того, что ты называешь абсолютной силой, мы сможем жить свободно! И это говорит та, что пробудила этого монстра? И поэтому я остановлю его! Люди часто предают, сражаются, совершают ужасные вещи. Но пока я чувствую это тепло и эту боль в сердце, я верю, что обязательно наступит будущее, в котором все будут добры друг к другу. Вот ты и попалась. Рано сдаваться. Это еще не конец. Нет, не может быть! Перевод работан субтитрами Натальи Ишова, редактура и оформление Фубо. Озвучено специально для проекта anidub.com. Тайминг и работа со звуком Sunrise. Тех читали Куба 77, Орика, Холли и Джем. Релиз не для продажи. Еще услышимся.
Прости. Прости меня. И спасибо тебе за все. Су, я люблю тебя.熱風海陸武士ロード3時間スペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。